Конституционный суд России признал законными инициированные президентом страны поправки в Конституцию. Заключение на 52 страницах опубликовано на сайте суда. Поправки одобрены парламентами 85 регионов и не противоречат основному закону страны. Вот что думают по этому поводу представители общественности Чувашии. Безусловно, назрело то время, когда необходимо внести новые коррективы в основной закон для всех нас. Год за годом количество людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, растет. В то же время мы видим, как государство поддерживает и общественное объединение. Об этом свидетельствует и количество грантополучателей, грантов президента Российской Федерации. Государство готово слышать и поддерживать некоммерческие организации. Здорово, что в новых поправках будет учтено именно то, что необходимо вовлекать добровольцев и некоммерческих секторов в развитие государства. Первый раз в истории России появились такие слова в Конституции, как информационная технология и связь, обеспечение государственной поддержки научно-технологического развития, сохранение развития научного потенциала, информационная безопасность. Мне как специалист в этой области показалось очень интересно. Раз это появилось в Конституции, и надо ожидать со стороны властей, что будут эти направления поддерживаться. У нас будет развиваться наука, будет развиваться информационные технологии, информационная безопасность, как я уже говорил, и будет пристальное внимание этим направлениям.